Орешечки. Прямо огонь дыма. Это я не пробовал. Настоящий. Нет, это я только что сделал. Так мы и говорили. Вишня. Ой, малина. Малина. Нет, смотри. А, блуберы. Горячий, блядь. Горячий? Теплый. Блядь. Понял, даже в щеки не смог набрать. Ты видел как? Да вот этого можно забить. А вот этот еще есть. Не пахнет. Это что такое? А что это? Пеннивайз. Да, этот вкусный. Баблгам. Да, вкусно пахнет. Вот этот мне. Теплый. Я сделал холодный. Меньше градусов сделал. Ты возьми тоже один. Прям губу обжигает. Я просто из парика вынул. Да, ужас. Даже завоняло на все. Ты, конечно, аж горький чувствуешь. Да, да. Леха горький. Как мне сюда? Он это угонял, он себе в легкие просто все... Парень стоит, парень уже. Почему у тебя теплый прям? Не знаю, тебе кажется? Нет, потому что там губу теплый прям. Это... А что ты накапал туда? Стреляет это. Пеннивайз накапал? Нет, я не хочу. А, вот это. Ну, Саныч, ну дай, ну для братьев. Ну, жопу всем. Маленькая лодка. Так охуел, у меня легкие заболели. Возьмите лесные ягоды с кислинкой. Ну, это химозный, у меня вот лесные ягоды. Ну, химия. Вот в этом вот. Это горилла еще впадает. С кислинкой. Лев, ты химический ожог скрывал. Вот это прям такое легонькое. У нас Леха, ну, вот ты даже... не откинулся? Ну, мне кислинкий виноград. Плохо тебе? Ну, прям... ну неприятно, там горит. Он, скорее всего, сжег легкие и уже их не восстановить. Химический ожог.